Сегодня около 8 утра в Екатеринбурге на Сибирском тракте между Лестехом и Лесопарком не поделили дорогу два кроссовера. Черный немецкий BMW X5 и белый японский Subaru Forester. Последний мчался со стороны базового переулка к карьерной и при повороте налево на зеленый не пропустил автоледи на черной бэхе. 38-летняя женщина с 11-летним стажем вождения, судя по раннему часу, спешила отвезти дочерей 8 и 13 лет в школу. Но не судьба. Итог столкновения двух кроссоверов оказался печальным. Двух девочек, сидевших пристегнутыми на заднем сиденье BMW, на скорых увезли в больницу. У младшей школьницы травмирована голова. У старшей, сидевшей справа от сестренки, сломана нижняя челюсть. 45-летний неуступчивый пилот Subaru с 15-летним стажем рулежки после аварии на скорой тоже отъехал в больницу. Возможно, он не пропустил BMW из-за тонировки. 7:45. За окнами еще предрассветные сумерки. Видимость так себе. А лобовое стекло и передние и боковые Subaru света пропускали меньше положенного. Насколько меньше, в ГИБДД пока не уточнили. Но напомнили, что водитель незамутненного тонировкой стекла заметит пешехода за 100 метров. А через затемненное лишь за 35-70 метров. Разница, согласитесь, существенная. Особенно зимой на скользкой дороге.